have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. И... Эй, плей. Спасибо. Я никак не запускал. У нас новая карта. В мини-гольфе мы пришли ее посмотреть. Я еще пока что без понятия, как это все работает. Я мог забить с первого, если бы я знал. Кто же знал. Давай тридцаточку. Опа, да. Там вполне можно было заехать с первого раза. Итак, да, это у нас самая спокойная, самая плавная, самая нервно не убивающая игра. Мы сегодня расслабляемся. Пробуем. Я даже не буду пытаться читать имя этого чувака. Кстати, он сейчас красавчик, он сделал хороший рикошет, но только немножко сил не рассчитал. А вот и сейчас было плохо. Я забил с четырех, потому что я не просчитал силу. В смысле с четырех? Я немножечко, оно не долетело, и так три раза. Это обидно, потому что, ну, я серьезно мог забить с первого раза. Чуть-чуть совсем не хватило. Вильям, давай, чувак, мы в тебя верим. Да что ты психуешь-то, Вильям, успокойся. Да. Вильям. Молодец, Вильям. Итак, вот, какое-то 300-509 место у меня из-за того, что я протупил. А, да. Почему? Ай, блин, в торец полетело. Стой! Нет! Ты больше не классные игры играть, чувак. По очень тонкому льду ходишь. Оп. Оп. Четыре. Да я-то смёк, но четыре. Четыре-то много. Один раз я споткнулся, второй раз не рассчитал силу. Два раза я споткнулся об эту досточку. Вот как сейчас люди это делают. Очень прикольно, блин. И вот так вот тоже сделал один раз. Как они холл-ин-ван сделали? Нет, это чувак, который уже знает эту карту. Я напоминаю, что мы играем в первый раз. Человек, который знает эту карту, знает тайминги этой карты. И, ну, просто просчитал. То есть он смотрит, сколько секунд поднимается вот это. Если по сей понаблюдать, то это можно высчитать довольно спокойно. Но, честно говоря, неприятное место. Я надеюсь, что их не будет тут очень много. Пока! Анатолий, Анатолий, чувак, сочувствуем тебе. Получилось, не фортануло. Ну, я на шестом месте, расту. Расти. Раз ты, раз я. Так, и что тут? Ого, да? На сотку. Да понятно, что на сотку. Надо центровку взять. Ладно, не на сотку, но можешь на 90. Перелет? Недолет. 94. Стой! С двух. Да как? Сам не знаю. Короче, первый раз я не долетел, а второй раз на сотку прям в портал и прям куда надо. Тут все основано на порталах, на все. Вот я не знаю, вот эти ребята, они сейчас вылетают из портала и летят мимо. Мне, видимо, просто тупо повезло. Помоги! Help me! Ванесса, как же тебе не повезло, Ванесса? За мной понаблюдай. Так, ну-ка, давай посмотрим на твои мучения. Давай, лупи. Так. Бум. Я сейчас на сотку. Бум. Бум! Бум, хедшот! Бум, хедшот! Я не знаю. Да как? Да, вот, все, до свидания. Так, хорошо, хорошо, продвигаемся. Мне первого места не видать. На 100-500 не надо. Два. Три. Хорошо. За хорошие результаты дают еще и джемы, что красиво, мне нравится. Так, ладно, два это пока что лучший результат.
чувак на первом месте, он просто идет, я не знаю, это какой-то киборг, смотри, один, 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 у него три поинта. Не называй его киборгом, я не люблю, когда людей на первом месте хвалят, это не круто. Не потому что я его хвалю, а потому что его действия четкие, как у робота. Ну или как у кибернетического организма. Киборг-убийца. Да ты только посмотри на следующую комнату, на вот эту вот Сизимеки. Ты следующую комнату видишь? Сзади него. Это уверен, что это следующая комната? Вроде бы как. Нет. Теперь я понимаю то, что это наша комната. Карта прикольная. А, тут еще и лифт, фига себе, я только сейчас-то осознал. Игра, не, игра все. Игра такая, ну, 5 с хвостиком, 5 с ниточкой, 5 с ноликом. Чувак не забил? А это как вообще-то легально? Так, 65 плохо, надо на 85 самый раз. Я на 3. 2. Да как? Я подождал просто это, пока дверь откроется. Потому что там фишка, я думаю, что многие отбивались именно об дверь, и им было неудобно. О, чувак с Ютуба. Привет тебе, тактик. Я не знаю, кто ты, но прикольно. Это кроссовер. Давай! Не-не-не, ну вот сейчас он точно забьет. Но фишка в том, что там нужно попасть посередине, потому что, видишь, они все не посередине попадают. И я тоже попал не посередине, поэтому... Давай, Грей! Такой результат. Все заехали, все заехали, все здесь, отличнейше. Кроме некоторых. Все те, кроме тех, кто не те. Офигеть! Ты это видишь? Мне интересно, что это за дверь, которая сзади спавная. Нет! Я просто об косяк ударился, как будто мизинцем. А, это я уже сам виноват. Да! Ну что? Я попал в дверь. С третьего раза, правда? Это... Куда она ведет? Прям на финиш. А ты на сколько брал? На сотку, но просто нужно подобрать нужный момент. Ну или не на сотку, там 90 с чем-то. Короче, я сильно... Вот, видишь? Опа, да, и все. На сотку. И еще из-за тебя я потерял 8. Ходов? Я теперь... Тебе наш 8 забил, чувак, из-за тебя. Я теперь на 11 месте. Я тебе ничего не говорил. Но было понятно, что это лучший выход. Нужно было просто подгадать момент. Я два раза был так близок. Это вообще могло быть с первого раза. Обидно. А что там, на сколько киборг теперь бьет? Теперь на 2. Погоди, киборг вообще опустился. Пусть. Почему я на таком месте? А, не, я на первом, нормально. Все хорошо, все хорошо. Я на 11. Ей. Ну-ка, возьми на сотку. Да. На сотку возьмет. А почему меня... Что меня откинуло, я не понял. На сотку. Я понимаю, что на сотку, что меня откинуло. Я да на... ты офигел! Я теперь Я второй, я потерял место из-за вот этого... Ай, блин. Я единственный, кто на один забил. Да ты, видимо, да, ты красавчик. Я не понял, что в первом случае меня отрикошетило, почему я улетел вправо, потому что второй раз я стрелял практически по той же траектории, и получилось... какой красивый шарик. Получилось прям хорошо. У кого красивый шарик? Да, у чувака был красивый шарик с крылышками. Золотыми такими? Нет, фиолетовыми. Так, второе, блин, место, ты прикинь. Это, походу, самая длинная карта во всей игре. Ну-ка, на сотку. Да, на сотку. Да, но в каком направлении сотку?
просто да, насос. Нет! Стой! На пять. А, так тут еще дверь открывается, закрывается, чтоб тебя. Ой, я могу такие же крылья себе позволить. Пять! Пять, Кару! Это дофига! Но дубка еще не забила, это хорошо. Ладно, ладно, фиг с ней. Люди ко мне подбираются прям вплотную. У кого-то там 25, вот чувак флип, этот, как его, где ты, флип? Он забил флип уже? Флип дома. Флип делает уроки. А флип, флип забил за 9. А я за 5, а ты? Я тоже за 5. Во, дубка за 6, хорошо. Типа мы, у нас одинаково поинтов, поэтому мы сейчас делим место. Это дубка или кубка? Мне кажется, что это дубка. Ну, это же явно Д. Или губка. В каком смысле? Или, ну да, это дубка 146. Дубка 146. А может, он хотел сказать губка 146? Но ошибся все буквы, настолько то, что он написал дубка. Как я смог промазать? Ох! А не, это не слишком? Нет! Я очень много попыток здесь потрачу. Сейчас еще погоди. Да, чтоб тебя! 8! Ну вот, я теперь на 12-м месте. 12-е место, вот так вот. 6! 8! Не, ну 6 это еще по-людски, точно. Учитывая сколько тут люди тратят. Место. Сколько? Ну-ка. Опа, мимо, хорошо. Извините, но я буду радоваться проигрышу первого места, потому что. О, дубка на 9! Она еще не забила. Вот, забила. На 10. Ну, все, это вот твое первое место. Да, нормально. У нас не разрыв 4 поинта, что мало, конечно, но хоть что-то. Мне надо теперь 3 раза подряд на hole-in-one забить. Блин, это было плохо. Игра, ты офигела? Что? Нет, дай мне. Нормально. 3? Да, 3. Хорошо. Хорошо. 4? 3 терпимо, но можно было 2 на самом деле. Нельзя на 2. На 2 там было очень легко, я просто очень неудачно в вентиляторы попал вначале. Если бы они меня дальше прокрутили, я точно в них запутался. Дальше. Я бы мог на 3. Да, на 1 меньше точно можно было бы сделать. Чуваки красавчики, они не могут рассчитать вот этот подъем, но тут ты же явно 35-40. Она никак не может выиграть, вот она дубка, конечно. А портал куда ведет? К финишу. Прям к финишу? Да, прям к финишу. Я не вижу на финише. А, вон, вижу портал на финише, да. Ну, значит, можно было и так, я понял. Я пошел в портал, потому что, ну, у меня выбора другого не было. Меня просто уже туда закинуло, когда я трикошетил, меня уже туда закинуло, поэтому я не думал даже про портал. Когда я трикошетил, меня уже к порталу закинуло. Ну, вот да. Рандомный рандом. А как ты туда так отрикошетил? Надо было меньше скорость брать. Ну, в принципе, меня такое устраивает. А мне это не нравится. Я очень много попыток здесь потрачу. Потрачено. Тень-вилятор. Нет! Блин. Нет! Да стой ты! Ну думаю, этот вентилятор, это имба какая-то. Имбалансная. Да ну зацепись ты за него. 12 попыток, в уху, изи.
А почему у тебя 7, а у меня 12? Блин, я тут не вижу ни черта, ну-ка. Не допустила, не допустила! Оу, 10! 10, Карл, 10 это до черта прям. У меня 12, в смысле 10 до черта? Добро пожаловать на первое место. Обкудец! Эй, чувак! Обкудец! Что там было? Да там был полный обкудец! Чувак, без обид, если что. Не, на самом деле, давай по правилам грамматики там не должно быть. Чего? Давай побьем их. Чем, палками? Шариками. Соточка, мой друг. Нет, соточка теперь не мой друг. О, стой, знаешь что? Что? Вы что, это так можно, что ли? Бум. Есть. Изи. С трех. А я с шести. Изи. А мне повезло, я хотел сначала туда упасть, но я плохо рассчитал, и я не упал. Потом такой, о, портал. И о, прикольно. Слушай, а три это что, лучший результат? Неплохо, неплохо. Ты за три? Да. Это лучший результат? На следующей карте я выиграю. Ты видел его? Это просто была сейчас печаль. Потрачено. У него скорости не хватает, чтобы туда заехать и... Давай, чувак! Нет! Ты что делаешь? Надо было на сотку брать. Прикинь, тройка это лучший результат на этой карте. А, офигеть. Да как? Да вот, я сам в шоке. Так, есть дверь. А дверь куда ведет? Ага. Вы не смей... А, так вот что можно. Я думал корова. Чувак, портал прямо на финише. Я знаю. С четырех. Ну ж... Ну ты можешь отбиться-то рикошетом по-человечески. 60 портал. 60 портал. Да чтоб тебя! Но портал нацелились. Какой-то бред. Напрямую. А так я не долетаю. Так я тоже не долетаю. Ой, 72. С 11. 10. Джасач. Чувак, у меня походу лучший результат. С 4. Тут есть 3. Два чувака с 3 забили. Нет, это я лучший результат. Они врут. У тебя 4. Я вижу тебя. Ты на 6 месте. Блин, сколько же я тут потратил. А, так, а туда нам наверх? На самом деле ты и... Не надо. А куда нам надо? Погоди. В это окно вы сдурели? Это какой-то... Я так не могу. Я уже 5 потратил только на то, чтобы вылезти из спауна. Вы что, зурели? Какое? Вы... Та это... Ш... Что нужно сделать? Вот это! Картошка! 5! 12! Мы выкрикиваем рандомные цифры или что? Я потратил на выстраивание много... Так я с тобой смотрю. Нет, ты не туда, ты чё? Ты... Меня выкинуло, я потратил очень много какой-то. Но это было умно, я маг.
Проблема в том, что я потратил очень много на выстраивание предварительной позиции. Я мог как минимум 2 удара сократить. Но я там на 7 ударил, еще что-то можно было получше не экономить. Но, блин. А че это ты первое место весь раунд? Ну, потому что. Потому что? Потому что. Потому что? Ну что, бить через окно надо. Кто 7 место? Я 7 место. Да. Это же импосибро, вы чё, ладно? Это импосибро! Ладно, вы что? А теперь пустите меня. А как ты туда-то провалил? Ой, нет, стой, не туда. Вот, вот сюда. Как я сюда провалился? Угу. Стой! Ах ты, шарик! Плохой пёс. Спасибо, подкинул меня так вовремя. Где ты? Я хочу посмотреть на то, как ты лажаешь. Я умею, да. Ты знал то, что ты мог абсолютно по другому пути, который, короче, в 100 раз мог пойти, да? Знаю. Ты мог! Я уже как бы об этом и подумал, что да, это могло быть. Ладно, 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 флип, чувак, не трогай меня, не дыши мне в затылок, уйди, пожалуйста, осталось 3 катки. Эти чуваки просто тянут, тут ФКшники, я не люблю ФКшников, как вообще можно любить ФКшников? Прикинь, как падаешь, падаешь и бах в лунку какую-нибудь там вообще, 25-ю. А, в зеленую можно было попасть. Да, я ее сейчас только заметил. Я подозревал, что там есть другой путь, но я только сейчас это заметил. Фух, давай, я должен занять второе место. 3 дыры. Как бы это плохо не звучало. Очень. У-у-у! Я скоротила 40! Я вижу, 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 вижу. Забей ты уже на это дело. Четырёх! Вот вы нубы, конечно! Нет, меня отрикошетило! А ты где? Вот ты где. Ну-ка, давай там, пытайся. Ты хочешь как же так... На соточку бери. Не-не-не-не-не, погоди. Ты не в том ракурсе, как я был. Бери вправо. Ну, вот. Или так. Таш, чтоб его тут фигово видно. А если бы ты в эту дырку провалился? Это был бы переборчик, чувак. 7! Чувак, я 4. Потерял первое место! Чтоб вас! 4 это лучший результат! 4 это лучший результат, это реально так. Ты, ну, тебе повезло. Я пока пристреливался, потратил где-то 4 выстрела. Потому что было на 100 я перелетел, на потом вот это вот было 90-92. Чуть-чуть бы получше сделать, получилось бы прям хорошо. Ладно, решающие 2 лунки. Последняя будет явно тяжелая. У меня отрыв 2 поинта. Это немного, но... Я думаю, то, что последняя легенькая будет. Так под конец. Ради всех этих мучений. Ладно, мне очень сильно везет. Тут этот есть, если что. Портал? Блин, не заметил. Но я с пяти забил где-то, или 4. Черт, я себя не вижу. Я с 5 забил. А ты где? Вот ты где. Блин, портал такой себе. Портал обратный. Давай. С ракет? Полтос. Нет, не полтос. 60. Да, я думаю, да. Да, нет? Ты думаешь, да. Ух. 9. Это хуже. Ну да, все. Теперь я уже точно первое место не догоню. Теперь как бы мне на третье место-то не скатиться. Потому что чуваки удивительно хорошо отыграли на 3-6. На 3 это вообще удивительно. На такой карте она, честно говоря, не очень мне понравилась. Это последний, ну, вот на котором мы сейчас играли, кривовато. И насчет портала я потратил 2 хода лишних. Я на 4-м месте, вы что?
Молодец! Оу! Ау! А! Уж! Это как? Как? Что вы от меня хотите? Это невозможно! Понял. Так вот так... Блин! Я... Но нет! Но это я ж... идиот! А так я не долетаю! Ладно. Чувак, на соточку бери! Нет, на соточку меня выбивает. Нет! Нет! Не, на... не рестарти! Я понял! Это ошибка! Просто на максимум! Да? Я сам офигел! Ах вы твари! Я говорил, что последняя лунка будет подлой! Четвертое место! Четвертое, Карл! Даже не третье! Потому что у меня с ним одинаковые поинты. Я потратил где-то 3 или 4 хода на рестарты. Рестарты плохие. Короче, да, ребят, никогда не торопитесь с выводами. Это никогда не, это, никогда не хорошо. Это может повредить вашей жизни. Портал! Да уж, 18-я лунка. Ну хорошо, 4-е место. У меня с третьим одинаковые поинты, но я все равно на 4-м. Зато майонез на. Ладно, ребятушки. На этом тогда все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда.